Всем добрый день. Это у меня первый видеоотчет. Я обратился к Давиду, что у меня ребенок плохо говорит. Нам 5 лет, и у нас диагноз задержка психоречевого развития с элементом аутизма. После третьего видеосеанса у нас изменился ребенок, стал спокойным, не крутится, не прыгает, не кричит и четко начал говорить колбаса. До этого он говорил, буквы припутал, отдельные слова были. Сейчас он говорит, что колбаса, не буду, на вопросы начал отвечать. Все это благодаря уважаемому Давиду. Я сама стала спокойнее. Ноги болели постоянно. Ну, просто забыла про это. Это, думаю, что это все это начало. В дальнейшем будем продолжать видеосеансы лечения. То есть у нас все будет хорошо. Я теперь могу с улыбкой могу смотреть в будущее. Спасибо вам огромное.